Уходите оттуда! Там небезопасно! Нам сказали, что на кого-то упало дерево. Да, но вы не поверите, что случилось. Он стоял под корнями упавшего дерева, и оно встало на место, придавив его. А что, так бывает? Иногда... Быстрее! Я слышу, как он стонет. Значит, он еще жив. Отойди, туннель с этого бока. Так точно. Лови. Сделай точку привязки и шарнир. Все, блоки готовы. Хорошо. Когда я подпилю корни, дерево можно будет опрокинуть. По моей команде. Ну, давай! Бак, уходи! Бабах! Он не дышит. Разряд. Ритм нормальный, пульс есть. Слава богу!